ты наше будущее тут. Вот. Давай, покажу. Кстати, вот инструмент, типично использующийся на таких ямах. Поверни ее просто немножко. Вот. Поднимается с трудом, опускается лучше. Килограмм 5, наверное. Да, вот тут вот, наедь сюда. Сейчас. Четко видно крупный блочный пигматит. Ядро кварцевое, которое уходит вглубь. В ядре попадаются нечто похожее на кристаллы. Вот. Гнейса вообще не видно. Гнейса не видно, да. Видно прекрасные глыбы гранита по бокам. Кстати, гнейс видно, похоже, но очень далеко. Начинаем. Да, страшно начинать. Так, ну ладно, отъезжаем. Сейчас покажем, кувалду, которая железо не терпит, а люди терпят. Да, сейчас будем для нее ручку делать. Сейчас зайдет. Клинышек тоже подстать. Да. Клин величиной с сапог. Браво, офицеры. Вот так вот на природе, за костром, и проходят лучшие годы. Ну ладно, все, я гашу. А зачем ты предупреждаешь? Уже конец дня. Мы все толим одну и ту же точку. Земля поддрагивает. Ломается. Гранит ломается. Одним словом, ничего путнего мы особенно не сделали. Но работаем. Угу. Гранит не разбирается. Кристаллы шпата, их казалось там два, мы их сломали. Ну надо же. В общем, особенно ничего хорошего сказать не можем. Ну, будем долбить. Вот это я называю много комаров. Много? Много. Покусывают. Кусывают. Время уже, наверное, часов 7. Да больше. Ты чё, какие 7? 8, наверное, 9. Вон, роятся собаки. Хотя а какие это собаки. Глаза лезут. Ну что? Работать не дают. Всякие вот дают. Это осколки от огромного, не от огромного, от большого кристалла, который вот туточки сидел. Пока дядя Саша по нему кирочкой не стукнул. Да ладно тебе, обманывай. Он уже раздавлен в земле. Блин. Хотя, возможно, он был уже раздавлен. Сняли сантиметров 40, не больше. Саш, что у тебя там? Кристалл шпата тут. Что? Кристалл шпата торчит, иди сними. Шпат? Ну-ка. Ух, какой хороший. Наведи покрупнее, я грани покажу. Сейчас. Не обязательно садиться, можно было. Смотри. Вот тут, ой, тут, ой, смотри. Подожди, я выключил. Вот он, сейчас я наеду. Наедь. Короче, вот тут грань скололи, была грань. Вот здесь одна грань. Вот у него фаска, вторая грань. И третья грань идет вот там вот внизу. Ты рукой закрываешься. Здесь вот она, где мизинец мой. Вот. Ну и... Под полевым шпатом, как правило. Как правило, за нор.
Причем кристалл такой не маленький. Тут глубже ядро было. Еще продолжается немножко дальше. И вот я разбил кристалл шпата, еще один. Я его сверху разбил. Не знаю, может быть еще угловатый. А там самоцветов немерено. Да, все дело в том, что мы не можем снять сейчас вот эту плиту. Подожди, покажу. Вот эту плиту не можем снять. Уменьши. Да. Это. Ну ладно, надо пообедать. Да. Долагу. Ага. Сейчас уже крякнет это. Да, аккумулятор кончается. Или ну. Пленка там. А, тут же в обратном, слышишь? Да, я тебя понял. Да, так ты чё? Я думал, мы 45 минут вчера засняли, а мы, кажется, засняли вчера 15 минут с того всего. Там 35 минут на пленке еще. Хорошо. Чего хорошего? Неплохие образцы были. Кварц. Кварцевое ядро было неплохое.